Ноутбук Asus, модель K75D. Отходит корпус, видно на видео обзоре. Отсутствует одна клавиша. Также сломан корпус в районе петли. Видно разъем зарядного устройства. На экране засветов нет. Крышка целая. Зарядка сейчас работает. Работает также на собственной батарее. Зарядка работает. Характеристики. Процессор A8 AMD 4500M, 4-ядерный, 4 оперативки. Видеокарта и жесткий диск на 500 гигабайт. Интересно, будет? Нет, замечательно разработался. Если хочется побыть в тепле, звук работает, динамик работает. Скидка 30% на первый заказ. Здесь немного западает клавиши, но они в рабочем состоянии. Все остальные клавиши в рабочем состоянии также. Дефекты только по корпусу. Проверим USB порты. Вот этот USB порт не рабочий. Флешка загорелась, но в моем компьютере не отображается. Так, данный порт работает. Этот порт тоже в рабочем состоянии. И третий порт также в рабочем состоянии.